Число жертв из-за шторма Хелена в США возросло до 84. Еще десятки человек считаются пропавшими без вести, передает телеканал ABC. Поисковые операции продолжаются во Флориде, Вирджинии, Джорджии, а также Южной и Северной Каролине. В этих штатах около 3 миллионов жителей остаются без электричества. Спасатели борются с масштабными разрушениями. Почти 400 дорог и десятки автомагистралей разрушены и закрыты. Власти регионов начали подсчет ущербов. А по предварительным оценкам, общая сумма убытка может составить 100 миллиардов долларов. Ситуация в пострадавших от наводнения районах остается крайне опасной. Несмотря на то, что уровень воды постепенно снижается, угроза все еще высокая, поскольку во многих местах дороги разрушены, линии электропередач оборваны. В горных районах паводки еще продолжаются. Вчера мы открыли несколько пунктов массового питания. Воду, продовольствие и другие предметы первой необходимости будут перебрасывать в труднодоступные регионы по воздуху. Besides